Ой. Ай, красунчик, ай, красунчик, красунчик. Бежит, бежит, бежит. Встречает нас красунчик. Руки заняты, красунчик. Все, приехали. Наш рай. Цветочный рай. Потом еще из машины принесем. А на машине, да? А я думала, ты взяла. Все, давай оставим, а потом пошли, либо принесем. А поздороваться пошли. Сначала поздороваемся. А потом принесем. Хозяева. Кто там поет? Кто там поет? Привет! А что, я ничего не слышала? А потому что ты поешь. Ни звука нет. Кошечка запела, как бы мышечка не съела. Ой, наоборот, как бы мышка запела, как бы кошечка не съела. Да. Карачай готов? А то не буду заходить, пошла назад. Можешь идти. Есть, да? Можешь заходить. Да, все. Короче, сед, пошли тогда, занесемся. Ой, нога. Ногу отсидела, отъездила, что сделала? Не так наступил. Ох, красота! У голуби летает. Белый голубь мира летает. А воздух совсем другой, да? Ой. О, Господи. О, яблоки зеленые собрали. Интересно. Ой, Света, а я ж ключи от машины забыл. Подожди. О, Галя, какие огромные помидоры. Это же вам кушать. Да? Ну, нам. Они вкусные, нам сладкие. Кушать, да, 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 я да. Желтые какие. Думаю, селедку привезете. Кто-то селедку будет есть, а кто-то помидоры будет есть. Да, 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 да. Помидорчики. Помидорчики. Огурчики, правда, надо пойти выбрать. Ну, а огурчики у вас вчера продал все. О, это тоже все с вашего огорода, да? Да. Темные. Это ты чашки приготовила. Да, сейчас я еще. Нас же четверо. Че, сколько нас? Ну да, четыре сестры. Ну, четыре сестры. Вот это вот кавуны наши. Ага. Мы уже с Васей приготовила чашки. О боже, да. Чай. Для чая. Это мы уже с Васей пробовали. Уже спелые. Сладкие, да? Сладкие, спелые. Угу. Да. Посмотрим, ты там еще поснимаешь. Там их много. Да? На огороде, да. Ясно. Все, идемте пить чай. Аля, свет у вас не выключали, да? Не выключает, вот хорошо. У нас в Киеве тоже уже давно не выключали. Так, что это вы на 30-м числе остановились? Галя, почему не працюешь? На 30-м числе остановились. Уже август же, сегодня 5-е. Да, сегодня 5-е. Сегодня 5-е, Галя, Монтак. Понедельник. Вчера было 4-е. Ты что-то это... Время летит, а ты... Я точно знаю, что мы в понедельник в 6 утра мы выехали. Сейчас 8 приехали. Вот смотрите. Так они 150 километров. Но я сегодня так медленно ехала, потому что в основном все ехали на Киев. Это Юля рисовала. Вот это мне календарь нравится. Такие крупные цифры такие. Что говоришь? Я говорю, слава богу, у нас вчера целый день дождь был. А, понятно. Все полил, да, огород? Полило, да. А то ж сколько времени не было дождю. Это хорошо. А у нас Киев льет. Ну, только да, прекратился. Только прекратился, понимаешь? Вася же говорит, везде льет, а Каневе нету. Да, да. Вот хорошо, что свет главное. Мы уже и привыкли, что свет выключает. Следим за лифт. Ездит, не ездит, знаешь. В ДТЭКе, в цифровом. А это уже и не следим.
Свет есть. Слава тебе, Господи, есть свет. Тоже не следишь? Ну, у вас хоть по лифтам не надо спускаться, знаешь? У вас хоть лифтом не надо спускаться, за лифтом не надо следить, ну, знаешь? Да. Ну, это... все равно там, то надо. Там у тебя пирожные привезли, корзинки. Видела? Сейчас будем пить чай. Ставь, а то забудешь. Чай? Да, конечно, мы с тобой сидим, Илона, а они как. А что, они не хотят? Не знаю, хотят, наверное, по ком-то там разбрелись и все. Сейчас. Сейчас. Так, да. Мед, сейчас я тебе сюда налью. О, конфеты надо добавить. А мы же, Галя, заезжали на заправку, по хот-догу хрумнули. Мы же, у нас, ну, теперь, да, все традиции. У нас же все традиции. Мы должны заехать, заправиться, хот-дог поесть, сюда приехать, селедку купить. Все по традиции, понимаешь? Ну, да. О, ромашечка. Да, люблю я ромашечку. Конфета ромашка. Люблю я. Люба, что ты не любишь, да? Я все люблю. Я люблю. Я, честно говоря, вот эти вот я не очень люблю. Они, конечно, с орешками, но все равно. И такие вот, вот такие, с вафлями я не очень люблю. Вот это вафельное, да, как раз, я такие не очень. Давай, давай, давай. Вот подставочку надо взять. Кстати, пахнет смерека еще, нет? Это же смерека. Да. Ставь. Все, зови, крикни там, что они не идут действительно. Так, девчата. Карачай. Что-то белый карачай получился, Галя. Как белый? Конечно, если я молока домашнего налила. А, домашнего? Побольше, чтобы было вкусно. Да. Ясно. Вон мед Галя налила. Мед. Сейчас я ложки принесу. Смотрите, какой домашний прозрачный мед. Конфеточку, конфеточку сейчас покажу. Ромашечка, ромашечка, смотрите какая. Внутри вот такая. Что-то надо именно какую-то... Ромашка еще должна быть не просто ромашка, а какой-то фирмы, чтобы она была настоящая. Цукерки написано. По-моему, это Рошеновская. Хотя не знаю. Что вы там делаете? Уже идите сюда. Разговаривайте там. Надо здесь разговаривать. Бери, выбирай себе чашку. Все-таки не поместилось. Я же говорю, она туда не поместилась. Угу. Мы свой морозильник передали. Думали, что влезет вот туда. А ну не влазит. Угу. Надо вот это убрать, а зачем? Наверное, сантиметров несколько не хватает. Вот это вот, если бы убрать, мне кажется, поместилось бы. Не знаю. Там бутылки. Галя, да что, не влез морозильник туда, да? Не влез, ты же. Не влез. А если вот ту полку убрать, что с этими, кто его, эти горилки? С бутылками. Бутылки эти, да. Да ладно, я другое место придумала. А, ты уже другое место придумала, ясно. А ты так хорошо было там. Угу. Но с другой стороны, возле печки тоже нельзя. А где ты придумала? Там где-то? А? Ты там где-то придумала? А, то есть наверху? Наверх, на улице. Да. А, под лестницей? А потом бежи на второй этаж, да? А что? А надо же морозильник. Это же не каждый раз бегать. У нее морозильник на каждый день здесь, а это такое что? Это такое. Вон, Вася хочет там свое что-то там. Ну, то пусть там будет наверху. Вася хай бегает. Хай бегает, наверное. Если его мы, то не надо. Если Вася хай бегает. А ну, дай сюда. Последний остался, забрала. А уже нету больше на ферме. То решила Вася на следующий год уже. Это Голландия, правильно? Да, Голландия. Как что за помидоры? Да, Таня тоже тебя благодарит и благодарит. Арбузы, гордыни, помидоры, огурцы, все вообще супер. Кто брал, все очень хвалят вот эти желтые вкусные. Пробовали, что желтые?
Помидоры вот такие. Ну, вон же у нас. Вот или это... покажи нам. Да, я же показала, что на Гале. Так вот это последний остался, я забрала на следующий год уже тоже. Да? Так что ты показываешь? Люди будут искать, а ты показываешь. Ты же говоришь, что нет уже последней. То есть, когда рекламировать надо было показывать? Да, надо было рекламировать показывать. На следующий год. Ну так, они же теперь фасовать начнут. Сейчас начнут закупаться, да? Это же прошлогоднего урожая. Она заранее начала рекламировать. Ты начала заранее рекламировать за год. Вот так и говори, а то говори, нету и не будет. Пусть заглядывают уже. Заглядали, а мы будем каждый раз что-то предлагать. И новое, да, и вкусное. И действительно, да, Таня тебя благодарит. И все, кто кому ты давала, все благодарят, да, что у тебя действительно. Леня тоже, да. Ну, что благодарит? Профессионал. Профессионал. Угу. Если бы было плохое, наверное, бы к нам столько лет не ходили. Как не благодарить? Дивиться. Такие помидоры. А самый главный вкус. Самый главный вкус. Ну все. Да. Ну здесь вот ничего, оно еще не это. Ну там еще желтый круглый есть. Это посмотрите там на огороде растут. Нарезать вам? Это в обед, Галя, в обед. Сейчас чай пьем. Бегите до света, бегите. Сейчас еще нету, но когда мы начинаем закупаться, обычно в ноябре, декабре, надо мне сделать обзор для людей, чтобы они уже знали, что... Ну, действительно, это очень вкусно, сладкие. Люба подтверждает, что очень сладкие. Галя, ложку взяла, он пирог. Там еще у Васи... растет, но она еще зеленая. Даже и такие помидоры, что фитофтора не берет. Да? Так да? И с сливками такими гарными висят. Вот это самое главное, фитофтора. Да. Света, что-то сразу промолчала. Сейчас фитофторы страдают люди. В декабре желательно, потому что в ноябре только начали. Апробацию они прошли все, скажи, в этом году. В декабре сделаю обзор. Понятно. И надо, чтобы не заболели фитофторы, надо заранее рассказать, чем обрабатывать, потому что вот сейчас у людей, у многих фитофторы. Да, сейчас такая экология, чтобы все само собой росло. Да. И фитофторы обрабатывать, и все. Это сделаю обзор. Сейчас уже, конечно, поздно. Ты только обещаешь, а делать не делать. Вот уже ты обещаешь делать обзор. Да. Я ж тебе налила. Это же Люба, хозяйка канала. Хочет? Она сделает обзор правильно, а мы подготовимся как надо. Люба все хочет. Давай делай, главное, обзор и все. Чтобы людям самое главное полезно было. Хорошо, информация и все. Сделаем. Да. Полезную, нужную информацию надо давать.